есть багажное отделение, что очень удобно. По крайней мере, здесь 5-6 сумок средней ручной клади можно уместить. Перечисляет все преимущества нового микроавтобуса. Роман Шилан работает водителем в Межгортрансе и знает цену удобным перевозкам. Особенно доволен качеством нового авто. Таких в гаражах транспортного управления пока немного. Поэтому новинки по-настоящему рад. Машина это повышенной комфортности, как для водителя тоже. Вот. Сиденье здесь у него раскладывается в разных положениях, как водителя, под любой рост водителя, так сказать, вес водителя. Вот. Здесь стоит в этом автомобиле дополнительные печки обогрева для зимнего варианта. В новых микроавтобусах созданы все условия для пассажиров. Индивидуальные кондиционеры, освещение и удобные комфортные сиденья. Три новых автомобиля полностью соответствуют всем современным требованиям. Например, в них уже встроены тахографы, которые вычисляют время пребывания водителя за рулем. Обновление происходит путем приобретения современных, комфортных и безопасных транспортных средств. То есть мы с вами видим те машины, которые будут работать уже завтра на маршрутах в городе Саратове и области. Специалисты отмечают, ежегодно приходится заменять около 300 единиц техники. Ставку делают именно на обновление подвижного состава, а не на ремонт. В этом году пока заменили более 100 машин, на которых уже перевозят пассажиров. Влада Черняева, Александр Бочков, ТВ-центр, Саратов.